Всем привет, друзья! С вами снова Кот. Lex90 сделал новую миссию, которая называется «За кадром». Ну что ж, давайте поиграем, посмотрим. СВО. Наше время. Территория ДНР. Разведка вооруженных сил РФ на задании. Есть цель. Передаю координаты. Координаты получил. Ждем. Вижу ту девятку под сеткой. Отправляю точку. Артиллерия ВС РФ, территория ДНР. Разведка обнаружили вражеский укрепрайон. На позиции имеется американская артиллерийская установка М-109. Все расчеты в боевой готовности. Вперед! Понятно. Выдвигаемся. Противник! 4! Сюда и в этого солдата! Впереди! Солдат! 100 метров! Впереди! А где режим по 3 выстрела? 5! Сюда и в этого солдата! Это какой-то не такой АК-12. Открываю огонь по цели! Надо попробовать попасть туда внутрь. Открываю огонь по цели! Готов! Цель уничтожена! Да тут всех завалили, походу. А нет, где-то кто-то еще живой. Минус. Противник, солдат! Справа! Минус один! Убит! А, этот уже все. Удари! 100 метров! Вперед! Ну, сейчас тут проверим. Тут тоже готовые. Thank you.
метров вперед! Стрелок! 100 метров вперед! Да вроде нету тут никого. И всего-то. А с этой штукой еще надо делать. Ну понятно, технику-то надо отбивать обратно. Ждем. Приготовиться, будем встречать. Стрелок! 100 метров влево! 3, 4! Стреляй в этого солдата! Левого фланга! Готовый! Минус. Солдат! 200 метров! Влево! 2! Стреляй в этого солдата! 5! Стреляй в этого солдата! Левого фланга! Солдат! 100 метров! Вперед! 2! Стреляй в этого солдата! 5! Готовый! Вижу цель! Солдат! Направление 100 метров! Прием! Цель нейтрализована! 2! Минус. Открывай огонь по цели! Два! Стрелка! Шесть! Стреляй того солдата! Вроде снял. Пять! Атакуй того стрелка! Справа! Хорошие броники у них. Или у нас патроны говно. Минус 2. Минус. Хотел поближе подойти, но не получилось. Понятно, где. Готовый. Где-то остался пулеметчик. Кажется, все. Стрелок, 100 метров вперед. Уже выдвигаюсь. Стрелок, 100 метров вперед. Где он там? А, все. Сняли. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Двигайся 300 метров вперед! Иди, я прикрою! Поднимайся!
Чисто. Ладно, двигаемся за остальными. Открываем все карту, у нас новая задача. В этой зоне враг использует ПВО, что-то крупнокалиберное. Поставлена задача нашей группе обнаружить и обезвредить ПВО. Сколько еще зарядки у птички осталось? На пару часов хватит. Есть резервная батарея. Выдвигаемся. Трогай. Большой райончик. Остановись. Что такое? Все из машины, занять оборону. Высаживайся! Что-то пошло не так. Готов! Жду! Двигайся назад. Готов! Прикрой меня! Так, я тут что-то лишнего взял. Магазинов пока хватит. А это что такое? Знать бы, чем помочь. Ладно, может, к нему надо подойти. Подставить у нас пленный. Жалко, что не повар. А еще может быть полезно знать расположение некоторых артиллерийских установок. Ладно, все, уходим отсюда. А мы продолжаем движение. Высаживайся. Кажется, дальше пойдем пешком. Да тут укрытий-то особо и нету. Лежим, ждем. Двигайся 100 метров вправо. Понятно.
диапазоне расположено вражеское ПВО. Огонь по готовности. 2. Перейди в группу. 3. Перейди в группу. 4. Перейди в группу. Готовимся 5. Встречать. Перейди в группу. Двигайся вперед. Готов. 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 Наблюдатель, что ли, какой-то? Минус. Готовый. А, последний остался. Он почему-то решил сюда не идти. Техника. Это хреново. К вам 64-ка движется. Оба отходим. Прекратить огонь! Двигайся 200 метров влево! Прекратить огонь! Уже выдвигаюсь! Так, ладно, пока надо найти какое-то укрытие. Что, в сарай не попасть? Ну ладно. Да сейчас сделаем. Вот с этой стороны будем заходить. Два! Собирайтесь! А вот и танк. Стреляем прямо в двигатель. Теперь экипаж покидает машину, и мы их успешно добиваем. Перегруппируйся! Минус один.
Минус два. Остался последний. Вот он. Готовый. Да вроде тихо работали. У вас там все в порядке. Лайк оказывает сопротивление. Обозрение на 67-ку. Утверждаю, что ПВО находится в указанной зоне. Молотый в боевой готовности. Если нужна помощь, обращайтесь. Вас понял, спасибо. Я пока магазины пособираю. Шесть. Огонь по готовности. Шесть. Перейди в группу. Готов. Двигайся 75 метров влево. Наблюдаю вражескую птичку в 100 метрах от нас. Маскируюсь. Ложись за них. Прячемся. Думаю, тут будет нормально. Вижу цель. Противник. Пикап. 200 метров. Правый фланг. Машина. 200 метров. Вправо. Ждем. Так, все, выходим отсюда. И нам нужно занять удобную позицию. А где противник?
Ладно, можно подойти поближе. А, вот они. 5, 2, атакуй того стрелка, восток. 3, 6, стреляй в того солдата, впереди. Немало там остатков. Готовый. 200 метров, впереди. 5, атакуй того стрелка, восток. А там еще и вдалеке кто-то бегает. Солдат, 300 метров, восток. Минус. Стрелок, 300 метров, восток. Готовый. Стрелок, 300 метров, восток. Минус. Да эти далековато будут. Открывай огонь по цели! 5. Атакуй того стрелка. Понял! Займущий! 3, 5. Минус. 4. Атакуй того стрелка. Вперед. 6. Атакуй того стрелка. 5. Стреляй в того солдата. Юго-восток. 3. Стреляй в того солдата. Восток. 4. А ты куда собрался? Юго-восток. Готовый. Минус. Солдат, 300 метров, восток. Еще один готовый. Убит. Открываю огонь. Так, где кто остался? Надо их найти. Вот они. Три. Атакуй того стрелка. Правый фланг. А это никак лечиться собрался. Но это ему не помогло. Остался последний. Минус. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Выдвигаемся с остальными. Вечно запомните слово «Раша» ебашим, по НАТО ебашим. За наших детей, да за прадедов наших ебашим, по фашистам ебашим. За нами Россия, это родина наша. Давай же, братишка, еще поднажмем. Мы здесь друг за друга, вперед все идем. Мы защищаем свое родное. Тебя я не брошу, собою прикрою. Ебашим, по НАТО ебашим. Ракетами и танками с пехотою наши. Ебашим, по фашистам ебашим. Навечно запомните слово «Раша» ебашим, по НАТО ебашим.
За наших детей, да за прадедов наших ебашим, по фашистам ебашим. За нами Россия, это родина наша. А вот и наш транспорт. И не волнуйтесь, мои родные, вернемся домой, мы живые. Ну а пока автомат сжимая, бьем мы врага, не переставая. Ебашим, фанатов ебашим, ракетами, танками, с пехотою наши ебашим, по фашистам ебашим. Навечно запомните слово «Раша ебашим», по НАТО ебашим. За наших детей, да за прадедов наших ебашим, по фашистам ебашим. За нами Россия, это родина наша. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!